One, two, three, four, five. Вы на канале Good Family Life. Всем привет! Сегодня мы идем в парк аттракционов отдыхать. Ура! Пошлите. Идем отдыхать. Всей семьей почти. Да. Без папы, правда. Папа на работе. Ой. Все, приехали? Да. Заходим. Погода сегодня такая... О, да, шашлыками точно пахнет. Погода сегодня переменная облачность, то солнышко, то пасмурно. Но тепло. Да. Облагородили у нас парк культуры. О, грибочек. Бегемотик такой с зонтиком. Да? У Вики тут одноклассница подрабатывает. Как оказалось, аттракционы какие-то обновили, какие-то остались с советских времен. Ну, много облагородили, красиво стало. Цветочки, клумбы. Ну что, на чем будете кататься, придумали? Вот на этом и вот на этом. То есть на сюрпризе, да, и на орбите. На этом и на этом. Все понятно. Да. Кстати, сегодня день десантника, 2 августа. Вот десантники попадаются в кадре. Тоже отдыхают в парке. Все очень интересно, красиво сделано стало. На машинках дети гоняют. Идем покупать билеты в кассу. Ага, так. Все, сели? Сейчас будем кататься на орбите. Пристегнулись. Такая штука. Вика! Помаши ручкой. Все, поехали. Так-то я не очень, конечно, люблю кататься на этих аттракционах, которые потом поднимаются и летят высоко. Ну, что делать ради детей? Покатаемся. Да, Лера? Ой, сейчас начнет разгоняться. Смотри, сейчас будут тапочки. И подниматься. И головушка начинает кружиться. Пошел подъем. Как тебе, Лера, нравится? Кепочку держишь, чтоб не улетела. Фу, наконец-то закончилась эта круговерть. Вообще у меня голова закружилась. Лера, у тебя как? Нормально? Нормально? Норм. Вике с Лерой понравилось. Останавливаемся, слава богу. Сейчас идем посмотреть, как у нас Вика на сюрпризе будет кататься. Взяла на себе билет на сюрприз. Размещается. Вон у нас там Вика встала. Не видно? Сейчас посмотрим, где она там. Вика! Все, решили на сюрпризе погонять? Молодцы! Не бояться этой штуки страшной. Я как-то один раз прокатилась, больше не хочется. Мне кажется, это не страшно. Что-нибудь поспокойнее, да, ведь лучше? Мне кажется, это не страшно. Ой, оно вроде не страшно, а зато потом, после него, когда выходишь, как-то вообще штормит. Вот пошло дело.
разгон центрифуги. Все, сейчас будет подниматься. Так-то в глазах мельтешит. А там вообще все мелькает. Лера смотрит, как Вика крутится. Вот это махина. Что, Лера, не хочешь на такой покататься? На какой? На сюрпризе. Сюрприз мне нельзя. А если бы можно было, покаталась бы? И что, не страшно? Покаталась бы, нет? Страшно? И тут голова закружится. Голова закружится точно. Это тренажеры? Вот там. Как все, пришли, называется аттракцион этот? О, девочки у нас накатались. Мам, давай. На сюрпризике. Ау. Да красивая, с морским царем и с русалкой в компании. Пойдем сейчас на лодочках кататься? Вон, Вика у нас идет. Накаталась. Че, как самочувствие? Нормально. Понравилось? Да. Сейчас там пойдем. Прижимает и ничего отодрать не получается. Так голову. Это центробежная сила называется. Как в центрифуге. Прижимает к стене и все. А мы сейчас пойдем на лодочках кататься. Лера сказала, будет рулить. Да, Лера? Все, катаемся на лодочках. Лера рулит. Нас еще и толкают. Так ты по кругу-то не крути. Так я рули. Вот. А то так прямо все по кругу. Вон, крики поплыли. А что тебя куда-то не туда несет? Я специально отворачиваюсь от Вики. Ты отворачиваешь от Вики? Ладно, хочешь к Вике? Сейчас приедем к Вике. Давай. Чёртово колесо. Большущее. Вика, мы едем! Мы едем к Вике! Так сворачивай вот в эту сторону. Всё вот тут. Вот. Вика! Ай, нас бортанули! Пока! Привет и пока. Не доехали. Что ты, по-моему, зря я руль Лере отдала, да? Почему? Так она что-то как-то ездит не по фэншую. Сейчас столкнемся. Вот, столкнулись. Да, тут тоже можно заработать морскую болезнь. Столкновение. Да, спокойный вид плавания. Я поворачиваюсь. У нас какая-то лягушка, да? У нас крокодил. А, крокодил. Мы на крокодиле плаваем. Я вот. А еще есть акула. Такая вот симпатичная, улыбающаяся акула. И вон, где родил. И морской котик. Вот такой морской котик. Аттракционы. Здесь еще есть такой аттракцион. Ракушечки плавают. Что-то, Лера, опять все кружится у тебя. Так по кругу. Опять я решила к Вике съездить, но до Вики не доехать, да? Конечно. Все, крокодил, Лера, это ты, подплывай. Маленький импровизированный зоопарк. Ой, какая-то птица интересная бегает. Пестренькая. Вот еще такая же.
курочки, петушки, гусь. Что-то говорит гусь. Да, Лера? Разговаривает с тобой? И где у нас тут павлин? Так вон он там, внутри сидит. А, вон он сидит. Вот это какой хвост у него там. Павлини. Смотрите, какой он огромный. Большущий, ага. О, шикарный хвост. Ничего себе. Ничего себе, какой павлин, какая павлин. Тут еще козлики. Один с рогами, второй без. Беленькие. Собачка пришла на козликов посмотреть. А их что, гладить что ли можно? Ну, наверное. О, да, их гладить можно. Он даже не помнит. Это его за рога пошло. Да. А, высунул голову. Да, козел успел, да. На кроликов. Кроликов? Пойдем смотреть кроликов. Роберт. Братцы кролики. Там еще, смотрите, вот они где, кролики. Мам, смотри, там еще крольчата. Ага. Смотри, там крольчата. Кролики, ага. Это крольчата, вон, мам. Я вижу маленькие, вон, сидят, кушают. Да. Кролики, да, это не только ценный мех, да? Но и 3-4 килограмма массы. Вот он какой, крольчонок жует. И там черно-белый крольчонок. Черно-белый, видишь? Ага, грызут все, грызут. Грызуны. Травку кушает. Роня, Роня. Мам, дай мне. На тебе. Он листья ест. Листья ест. Сейчас я ему листочек скормлю. Постараюсь. Травку ест. Травку он ест? Ну. Слушай, а этот вообще спит, отдыхает. Сейчас разбудим. Не надо будить, пусть спит. Вон что бегают по клетке. Лера у нас залезла. Скалолазка, альпинистка. Первый раз залезла. А? Куда хочешь, можешь вот сюда дальше идти. Она первый раз. Тебе сюда. По легкой трассе, Лера, иди. Все страшно? Давай аккуратно. Ой, какая... Что? Дальше? Сейчас перецепить. Надо перецепить вот дальше на эту веревку. Сможешь? А чуть повыше еще попробуй. Вот, молодец. Вот Лера, альпинист у нас. А? Молодец. Сейчас она очень сильная. Качается? Да. М-м. Давай на следующую перебирайся. У меня очень рука трясется. Да давай. Ничего страшного, давай перебирайся. А если упаду, она у меня держит? Да, да. Да, страховка держит. Вот. Молодец, давай. Давай, немножко осталось. Мы в тебя верим. Первый раз у нас Лера проходит эту полосу препятствий. Да, Лера? Молодец.
Не бойся, все будет хорошо. Так ты тут 100 раз. Следующее препятствие, да, Лера? Ау! Я боюсь! Не бойся! Ты пристегнута! Вот, даже я висю! Молодец! Я не дотянусь! Дотягивайся! Я висю! Вот, видишь, дотянулась! Смотрите, все, я висю! Все, молодец! Дошла! Получилось. Следующее препятствие преодолело. Все, теперь на колеса можно залезать. А они очень сильно. Они не катаются. Нормально. Давай, залезай. Ну что, Лера, нравится тебе? Нет. А что? А, еще крикни. Тебе очень страшно? Крикни на весь парк. Почему страшно? Ты на стоишь на таком. А я посмотри, на какой высоте. Ну как, высота так, не очень высокая. Мне молодец, давай, проходи дальше. Ну давай, Лера. Скатывайся. Молодец. Все, накаталась? Ну как тебе? Не очень ощущение, конечно. А почему? Я больше всего боялась. Знаешь где? Интересно же. Знаешь? Мам, смотри, что на сцене стоит. Смотри, красивые цветы сейчас это сниму. Сделаны красивые розы. Вот. Какой аттракцион страшный. Крутится так и еще вокруг своей оси. Зоопарк с высоты, с чертова колеса снимаем. С колеса обзора. Ну ладно, с колеса обзора. Решили поэкстремалить дальше, да? И залезли на колесо обзора. Но оно-то меньше, чем в Грузии было. Да, в Грузии было больше колесо. А что они в другую Весь сторону? Парк видно. Они в другую сторону крутятся. Кто? Ромашка. Ромашка в другую сторону поет. Общий вид парка. Культуры и отдыха нашего в городе Чайковском. Сейчас мы будем на самом верху. Колеса. Это наша река Кама. Красавица. Вот бы сейчас не искупаться. Да, тоже жарко. Ну хорошо, у нас сегодня жарко, как в Грузии. Все, мы на самом верху. Вниз, как высоко, страшно. Да не, не страшно. Вам не страшно? Нет. Лера? Смотри, там стоят на сцене. Сцена. Сейчас нам будут делать жареное мороженое. Я в Инстаграме такое видела. Это прикольно. Я первый раз такое вижу. Банан в молоке. Да. А банан сразу сушится. Оно сразу, смотри, замерзает потихонечку. Ладно, это вот теперь его все размазали по поверхности. Сейчас будут собирать. Вот так вот. Thank you.
такие прикольные трубочки получились. Штучками. Можно посыпать. О, Лере, какое мороженое сделали, да? Мама. Жареное мороженое. Думала, что с клубникой нету, а оказывается, то там с клубникой есть. Где с клубникой? Топинг с клубникой там есть. А, топинг? Пика. Все, кушай свое жареное мороженое. Паровозик едет. Ох ты! Павлин хвост распустил. Ой, какой красивый. Здорово. Ну вот, видите? Ой, какой красивый, синий такой. Через сетку, да? Вот, здорово, да. Дай мне один, я павлин. Уйди, загораживаешь вид. Перед ним стоит. Перед ним какая-то птичка. А, так это тоже павлиниха, да. Павлиниха, уйди. Не загораживай, да? Да. Павлина. Красиво. Все. Все аттракционы посетили? Накатались? Нет. Мороженого наелись? Нет. Не накатались? А мама забыла. Как так? Да ладно, накатались. Одной рукой махнул. Все. Пойдем домой сейчас. Хорошо отдыхай, да, ведь в парке. Развлекаться. Вон какие инопланетяне тут. На выходе инопланетян нашли, да? Зеленых таких. Тоже